Здравствуйте, Вячеславу. Как он уже попросил всех вас сделать. Пожалуйста, Вячеслав. Стас, дорогой, я тебя поздравляю. Я хочу тебе пожелать не быть под прицелом объективов папарацци, быть под прицелом объективов профессионалов. Может быть, мы еще поработаем снова. И оставаться всегда под прицелом любви своих зрителей. Ну, а я хочу сказать, как артист, и не как ведущий, а как все-таки и пародист тоже. Нет, ну в первую очередь артист, пародист. Вот мне, например, стыдно, Вячеслав, я не видел пародии. Можно что-то... Для себя имеется в виду или вообще? Хоть на кого, но это для меня большая честь, если на меня... Я вам попозже покажу пародию на вас, если у вас... Внимание! Я имею в виду пародию, Вячеслав. Я имею в виду это, даже у вас пародия называется. Так вот, я бы хотел сказать, что за все эти годы, сколько я занимаюсь пародией, я абсолютно авторитетно могу сказать, что вы рекордсмен. Больше... чем на вас пародии никто никогда не видел. Именно потому, что вы невероятно яркий и настоящий артист. Оставайтесь таким же. Спасибо. Не меняйтесь. Спасибо большое. Это мне, да? Да, и вот грамота. Грамота, золотой граммофон. Ну, я буду краток. Спасибо огромное всем, кто принимал в жизни этой песни на протяжении года. Спасибо Русскому радио за объективность. Вы знаете, на самом деле этот праздник... каждый год становится все лучше и лучше, благодаря вот таким у нас остроумным ведущим. Это комплимент вам. Да. Так что вам желаю сегодня хорошего вечера, продолжения. С наступающим всем Новым годом. Хороших эмоций, потому что этот зал может быть по-разному принимать людей. Иногда в нем есть эмоции, иногда нет. Но я думаю, что сегодня тот самый праздник, когда этот зал будет наполнен хорошими эмоциями, хорошим настроением. Всем еще хорошего вечера. Спасибо, господа. Спасибо. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо. Стас Михайлов, Владимир Широков и его величество пародия Вячеслав Хохотун Манучаров. С Новым годом, друзья. Вот, наконец-то дождались. И только сейчас я обнаружил, что у Вячеслава лампасы из страз. Ну что же, из чего ваши лампасы, Дмитрий?